Уличная IP-камера с фиксированным объективом на 2,8 мм и инфракрасной подсветкой до 30 метров. В этом видео мы распакуем камеру видеонаблюдения Hikvision DS с индексом 2CD2023G0EIB. Она поставляется в фирменной упаковке вместе с монтажным комплектом и пользовательской документацией. Камера выполнена из металла и пластика в форм-факторе пули. В длину она составляет 17 см, а вес изделия не превышает 350 граммов. Защита корпуса выполнена по стандарту IP67, что позволяет использовать камеру в уличных условиях. Допускается работа при влажности до 95% и температуре от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию. С лицевой стороны камеры под козырьком размещен объектив с фиксированным фокусным расстоянием в 2,8 мм. Камера охватывает 114 градусов диагонального поля зрения и оснащена инфракрасной подсветкой с дальностью до 30 метров. Для подключения камера оснащена разъемом RG45. Подача питания может осуществляться по витой паре благодаря поддержке протокола PoE. Основной поток пишется с разрешением Full HD и частотой 25 кадров в секунду. Разрешение дополнительного потока 640 на 480. Видеоархив сохраняется на карту памяти емкостью до 256 гигабайт. Из особенностей модели отметим поддержку кодеков H264+, и H260+, для сжатия видеопотока, что позволяет снизить нагрузку на локальную сеть и сэкономить пространство на жестком диске. Второй особенностью является интеллектуальная видеоаналитика, которая позволяет вести запись по тревоге, например, при вторжении или пересечении границы. Что в итоге? Эта компактная камера Hikvision подойдет для уличного размещения на складских и производственных площадках, а также социальных, офисных и жилых объектах.